От имени всех дагестанцев, проживающих в Югре, сердечно поздравляю Ингушетию с Днем образования республики. 28 лет – это относительно небольшой период по сравнению со славной и многовековой историей ингушского народа. За эти годы народ Ингушетии достойно выдержал немало испытаний и доказал свою самоотверженность. Нижневартовск – уникальный город. Он был построен всеми народами нашей большой страны, среди которых ингуши. За этот вклад республике мы передаем низкий поклон и слова большой благодарности. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, вежли южли. Сердечно поздравляю вас с 28-й годовщиной Днем образования Республики Ингушетии. От всего сердца желаю всему народу Ингушетию здоровья и счастья, а нашей уникальной прекрасной земле мира и благополучия. Ассаламу алейкум, Мухаммад Али Макшарипович, уважаемые жители Ингушетии. Полномочный представитель главы Чеченской Республики Арзалиев Адлан Тапаевич и весь войнахский народ Югры поздравляет вас с праздником Дня Ингушетии. Желаю процветания и благополучия, настоящего сибирского здоровья, кавказского долголетия, мирного неба над головой. С Днем Ингушетии!